Времени суток, друзья, с вами Дог Браун, и мы продолжаем играть в Assassin's Creed 4 Черный Флаг. Собственно, я вот думаю, чем нам заняться. Мы можем либо пойти по заданиям, но мы, конечно, можем заняться еще массой самых разных дел. Что я вот думаю, мы сейчас и начнем делать. Я думаю, надо бы заняться поиском сокровищ, так как карт уже просто дофига. А уже потом можно было бы там отправиться, по-моему, на Насау нам надо или... Тут плавает чей-то груз, капитан. Взять груз, да. Заодно подзаработаем деньжат и прочие ерунды, потому что в прошлых сериях мы капитально потратились. Давайте, кстати, посмотрим, что у нас вообще есть. Так, снаряжение. О, карты сокровищ. А ну-ка. У нас есть карта 749-625. А сейчас надо найти. 749-625. А, это куда-то капитально вверх, я так понимаю, да? 749, так. 749. Вот сюда. А кстати, я здесь уже был. А ну-ка давайте махнем сюда. Быстрое перемещение подтвердить. Я там уже был. А сокровища там что-то не помню, чтобы я находил. Так, давайте, собственно, отпустить штурвал. Остров. Так, остров есть. Тут я был, тут почему-то фрагменты анимуса. Я вроде бы их уже забирал. Ах, я хз, может и не забирал. Сейчас мы будем смотреть. Так. Не то жму. Снаряжение. Так, карты сокровищ. 749-625. Ну, мы здесь, короче. Где-то под камнем на северной части. Пальмы, камни. Камень, вернее. Пальма, камень. Вот где-то здесь. 749. А нет, стоп. Вот где-то, скорее всего, вот 749-626, где-то здесь. Ну, давайте попробуем по отметке махнуть и будем исследовать остров. Возле большого... Блин. Возле... Где-то возле большого камня. Далеко не попаду. Не здесь ли? Большой камень, вот он. Нет. Ищем клад. Я сейчас обломаюсь, если я реально ничего не найду, это будет жесткий облом очень. Да вылазь, что ты тоже у меня стелс спрятался, он понимаешь ли. Блин. 749-625. Камень справа, эти самые пальмы. Камень и пальмы. Камень и пальмы. Все-таки, скорее всего, где-то вот здесь, наверное. Пошли туда. Сейчас я залезу, наверное, на эту ветку, которая там. Что-то мне кажется, что я тут просто не все открыл. Я на всякий случай синхронизирую.
Ага, понял. Принято. Уже все синхронизировано. Эдвард, что ты делаешь? Отлично, фрагмент есть. Спасти пиратов здесь. Чуваки, здесь же нет никого. Господи, боже мой, неужто мы наконец выбрались отсюда? Офигеть. Вот такого я вообще не ожидал. Нормально я сюда заплыл. Так, ладно, прикольно. Видать, их кто-то ссадил с корабля. Ауч, косуля, или кто ты там? Стоять, сволочь. Давай, подходи, будь мужиком, на. Отлично. А вот, собственно, камень. Порезали. Блин, вот это лихо он порезал. Ладно. Так. Ну а теперь сокровища, собственно. Вот только где они? Ладно, проехали. Камень. Ну вот камень. Большой камень. Справа от него пальмы. Камни. Нет. Нифига. Ну серьезно, ну где? Вот огромный камень. Просто здоровецкий камень. И где сок... Стоп! Офигеть. Нормально спрятали. О, тяжелый достал. Нормально. Чертежи. Носовая фигура, змея. Доступна в каюте капитана. Замечательно. Замечательно. Так. Да вылазь, Эдвард. Что ты делаешь? Блин, я хочу залезть на эту ветку. Давай, 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 давай. Где этот анимус? А, вон вижу. Так, ладно. Погнали. Раз, два, три. Так, отлично. Хорош. Отлично. Отлично. Все, все собрал. Отлично. Вообще просто, ну, мастер. Крабы настолько классно сделаны, это ни разу не next gen, но выглядит шикарно просто. Так, ладно, давайте, чтобы долго не плыть, типа сделаем вот так, все, вернуться на корабль. Собственно, мы нашли сокровище, по-моему, это неплохо, нам бы еще грабнуть какой-то корабль. И вот я, кстати, что у нас там? Нет, это не серьезная добыча, но мы ее потопим, мы потопим. По-любому мы должны потопить эту фигню маленькую. Надо же наводить каким-то боком страх на все это. О! О! Ребята! А вы кто у нас? А это не слабый корабль. А, англичане. Так, англичане и испанцы воюют. А вы кто? Испанцы. Получай. Впереди утес. Я в этот утес четко и влетел. Удачная позиция. Паруса отдать. К бою готов, сэр. Ловим ветер. Почти беды, сэр. Это бриг. И спас, сэр. Еще паруса. А англичане почему на меня поперли? Ух ты ж, это было больно. По-моему, надо валить.
ладно. Главное, кодекс пиратов. Оставших, короче, не помню главный кодекс пиратов, забили на него, валим, просто валим. И груз подобрать надо, вон груз. Уходим, короче. Что-то не сложилось. Ром, отлично, отпразднуем, так сказать, поражение наше. Походу ушли. Нормально. Сносит так круто, вообще ветер сильный. Воу-воу-воу, левее, бери, левее, давай, крути. Ух ты, это вообще наклонило, а? Что у нас там? Шхуна это? Вот на шхуну мы и возьмем. Чё, англичане на меня сагрились? Я вообще не знаю. Я с испанцами хотел пообщаться. Там фрегат такой классный. Нет. Надо было, блин, им влезть. Вот. И корабль тебе ремонтировать надо, так что по любасу захватим эту шхуну. Поднять все паруса. Чего ты спускаешь их? А, то есть все. Метко стрельнули, да? Давай, тяни! До свидания. Подходи, до свидания. А, готово. Мы даже не успели перейти на другой борт, а уже так все красиво сделано. Чувак мокрый, короче, такой. Так, починить. Да, починить галку, потому что галке досталось. Пли! Ну же! Вот так хорошо. Вошло как. Так, команда у нас почти фул. Корабль фул. Починка. А... Вот что мы сейчас... А давайте, слушайте, раз мы уже тут всем этим занимаемся... А ну-ка. Снаряжение, карты, сокровищ. Продолжим поиски. А, так, 606... 835. Давайте попробуем так. 606-835. Без понятия, где это... Так, 606 где-то здесь, а 835 это у нас куда? Вверх куда-то, да? Да, это куда-то вверх. Ага, вот здесь сокровища. Понял, переместиться. Сейчас мы загребем все сокровища Карибского архипелага. Ну, мы же тут, ё-моё, главные пираты. Вау. Какие у нас планы, капитан? У меня есть... Нынче чудный день для грабежа. Есть идеи? Я бы с радостью показал англичанам, что возьмем. Если мы заберем их золото и пустим на славное дело, я буду рад. Ты становишься валийцем, Адри? Ух, вошло. В Тулуме ждет неплохая добыча. Правда, это не происходит далеко назад. Ты ему доверяешь? Не знаю. Но в чем ему не откажешь, это умение разбудить совесть. Не нужно ему быть эскортом. Ух ты, чуваки стреляют прямо. Думаю, команда поймет. Берем курс на Тулу. А, да, я хочу прекратить абордаж. Блин, я эту посудину потопил, ладно. Ну а ты, зараза, ты уже не уйдешь. Нет. Снаряды в воде!
Расставить паруса! Откуда? Ударьте туда! Это их добьет! К бою готов, сэр! Что, тоже убил? А нет. О, нормально, все. Вот вас, ребята, на абордаж. Тихо-тихо-тихо, Эдвард, не надо, куда ты там ринулся. Ух. Еще один, отлично. Что значит капитан профессионал? Он даже капитан Док Браун, мать вашу. Вот так вот дела делаются. Абордаж О, давайте, наверное, все-таки снизим известность, а то что-то капец какие мы популярные. Будь с нами или умри. Добро пожаловать в команду, ребята. Теперь нам хватит материала, чтобы получить корабль, сэр. Так, а сейчас посмотрим, слушайте, я реально в упор не помню этого острова. Чтоб на нем так корабль вот это вот сидел. Шхуна. Так. Давай. Ух, так, типа, давай, да, такой. Прямо крутой такой. У вас карта сокровищ. С привязкой к этому месту. Перейдите в режим работы с картой. Найдите сокровище. И я тут не один. Что-то я, кажется... А, я помню этот остров. Я помню, да, я здесь был. Тут запретная зона. Да, мы выносили тут чуваков каких-то. Это, знаете, в старинку, в старину вот корабли доставали на берег, чтобы почистить днище. Днище же зарастало всякими моллюсками, ракушками и прочим. И корабль терял быстроходность, терял свою скорость. То вот, похоже, здесь та же история, что вот корабль, ну что, ну не видно, чтобы корабль был побитый, например, да. Больше похоже на то, что галеон, кажется, и этот галеон, кажется, сидит здесь чисто для чистки. А мы сейчас будем искать здесь сокровища. Сокровища мы так. Снаряжение. Карты сокровищ. Где она? Где? Вот. В пальмах. Корабль. И сзади корабля. Я предполагаю, что на этом маленьком островке. Бинго! Да я просто кладоискатель, просто прирожденный. Давай, что у нас на этот раз? Вот бы там был миллион золота. Давай, открывай, не терпи, Саш. Оп, тут, да, его тогда. Ну? 4000. Нормально, не зря. Ух, как очень даже не зря. А мы залезть можем вот сюда? Вот я хочу... Ну, я хочу... О, отлично, давай. Бойница открыта, а пушек не видно. А все-таки битый кораблик, видимо, после хорошего сражения. Прикольно, реально круто. Да, это, кстати, галеон такой же, как мы, который мы захватывали. Опа, опа.
Вот это супер, а? Тихо! Ух ты, шлёпки! Я уже думал, что все хана. Там же подо мной где-то... Ох! Ух ты ж! Ох, вошел как однако, а! Ух, туда! Приляг, чувак! Отдыхай! Отдых для здоровья полезен! И вы, чуваки, отдохните. Освободите заложников, не выдавая себя. Опять не выдавая. Да там нереально не выдавая себя, кого-то освободить. Там только себя покажешь, сразу все, хана. Эти два мушкетера, они просто стреляют сразу и... Нет, я понял, я выйду с другой стороны. Лежать. Сейчас попробуем сзади обойти, короче, уберем... Вот так, и жирного, который с топором, по-моему, да, самый крутой. О, вот это я первый раз, так это я лихо. Давай, снять шкуру. Да, все, сняли. Блин, только бы не засек, а. Его надо убрать, он запалит, гад, всю контору. О, а теперь, кстати, может и получится. О, четко, чуваки, добро пожаловать на борт. Вот это сработано просто, ну, мастерски, классно вышло. Все, теперь на борт. Садимся на борт. Так, что мы имеем? Мы имеем полностью починенный корабль. Мы имеем, что у нас все хорошо, полная команда. Давайте посмотрим карта. Что мы имеем по карте? Морской конвой, вы заметили это событие. Я не знаю, что там за событие. Так. Это у нас что? Контракт на убийство, Карен Сайленс. Бу-бу-бу. Так. Давайте продолжим с сокровищами. Будем в этой серии мы играем искателей, короче. Так, карта сокровищ. 579-720, короче, ищем 579-720, надо не забыть. Так, где-то вот здесь 579. Замечательно, вот, значит, сюда, так, давай, да. Раз доступен быстрый переход, то почему бы им не воспользоваться, правильно? Правильно, я считаю. Бум-бум-бум, собственно, прибыли, собственно, да. Так, отпустить штурвал, короче, швартоваться мы на пристань не будем. Там что, кто-то упал за борт? Нет, показалось. А звук такой, как будто кто-то упал. О, туда. Эфнернул за борт.
По-моему, на вот этом островке у нас где-то в пальмах там должно быть. Поищем, поищем. Блин, да чего ж красиво. В такие моменты хочется на море. Вот, отлично, копать. Так, что на этот раз? Чертежи. Достижение какое-то получено, приятное с полезным, особенно гарпун. Круто. Я ж хочу себе новые эти сделать, как там еще две кобуры, чтобы еще два пистолета носить. А получается я не могу, потому что мне нужен гарпун, загарпунить нужно там, по-моему, белого кита или что-то в этом роде. И только тогда я смогу, короче, только тогда смогу сделать новую кобуру. Давайте, короче, контракт возьмем, что нам стоит, как говорится, дом построить, да? Какого-то военного английского, по-моему, надо было сделать, так. А, ты... что происходит? Алло. Ребята. Так пускай он, наверное, с корабля туда слезет. Чё там галка туда-сюда? Все. Ой, тихо-тихо-тихо. Не пугаем никого. Он собирается с корабля вообще уходить, нет? Походу нет. А это значит, что мы к нему пойдем. Попробуем обойти запретную зону, там вот можно на корму залезть. Блин, дофига народу, тут же не залезешь нигде. Так, а ну-ка. Никто ничего не видел. Он сам упал. Дофига народа. Просто дофига, в самом настоящем смысле этого слова. Но если я сюда вылезу, это мне ничего не даст. Я отсюда... Так, ладно, попробуем тактически что-то все-таки сделать, как-то грамотно, я не знаю, по стелсу. Никто вроде не смотрит. Привет! Давай пробить! Замечательно. Чувак, ты до чертиков меткий. А сейчас будет экшон. У-у-у.
Отлично. Меткие чуваки тут у вас, ребята. Замечательно, просто отлично, серьезно, вообще. А, больно. Знаете что, ребята, с вами реально очень-очень весело. Ну я, наверное, с... Ну, у каждого пирата бывает неудачный день. Это был, наверное, мой неудачный день. Так это что, все типа, да? Это я... Походу, да, потому что это моя галка тут уже стоит. Ладно, такие вот дела, короче, ребята. Один день из жизни пирата. Так, давайте посмотрим, что у нас. Да, 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 да. Все рады меня видеть. Безумно приятно. Давайте каюту посмотрим. А, что у нас там с улучшениями? Снарядить корабль, купить, продать. Ну как купить? Улучшение галки. У нас 13 тысяч. Нормально мы так, кстати, потому что было у нас гораздо меньше, а сейчас уже целых 13 тысяч. Корпус, пока кажется, ничего не могу сделать. Бортовые орудия туда же, пушки тоже, что-то такое. Понятно, ладно. Мощность тарана, блин, как, почему нельзя убрать вообще таран? Я его по ошибке вообще поставил, мне безумно не нравится. Фальконы, ядра. Водолазный колокол. Нельзя, понятно. Зажигательное для экипажа. Трюмы могу сделать. Броня, шлюпки. И так уже вкачано. Пока что не надо. Гарпун тоже есть. Отсек для гарпунов есть. Внешний вид давай. У нас там что-то... Паруса такие. Новая... новая фигура. Носовая фигура. Феникс. Бронзовый штурвал. Цветок. Изорванная паруса. Куча всего. Русалка, боже, страшная. Блин, как не знаю кто. Змея. Месть королевы Анны. Не было такой фигни на месте королевы Анны. Штурвал Лукоморья. Феникса и тоже не могу поставить. Ладно, пока что, ну его нафиг, как говорится. Так, пожалуй, на этом мы серию закончим, ребята. В следующей серии мы поплывем. Куда мы поплывем? Я уже, наверное, вас встречу, когда буду уже. Куда мне надо? Мне надо вот сюда, мне аж надо. Это что это вообще такое, кстати? Как оно называется? Вот, короче, сюда мне надо, и вот я уже в следующую серию начну там. А это будет самое, мне кажется, правильное. Я начну, наверное, ТПшнусь к мысу Бонависта, и из мыса Бонависта помаленечку доберемся, собственно, сюда. А это что такое? Сакрифиосис. Остров. Ну, короче, посмотрим. В общем, скорее всего, мы уже увидимся с вами здесь по заданию. Так что пока что заканчиваем. Надеюсь, вам понравилась такая чисто исключительно пиратская серия из жизни пирата Эдварда. Такие вот дела. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и жду вас в своей пиратской группе ВКонтакте. Арррр!